Доброй ночи. Блин, кого? Роман, привет. Леня, здорово. Даня, привет. Слушай, не надо так часто думать обо мне, Даня. Заставляешь в эфир выходить. Ясно. Надеюсь, каждому, всем там досталось по промке от Сереги. Ничего себе. На маяке никого. Че, реально? Офигеть. Лес. Эвок. Эвок. Что за неожиданный что стрим? Освободился чутка. Решил перед сном, чтоб крепко спалось, стримчанский запустить. Так, за кого зашел? Фиг его знает. Молчанка. Так, зайду-ка я за Юсков, наверное. Ай, не дают. Блин, сейчас, сорян, у меня оказывается на работе кушать. О, совсем другое дело. Бухарес, Бухарес, здорово, хеллоу. Блин, удар с ножа, ой, ножом на правой кнопке с прошлого стрима осталось. Так, а переключение оружия, так, не шути со мной, где ты там? Ёкарный бабай. Нож, нож, во. Буква Е. И прицеливание, вот это все. Так, F12 Alt Enter. Все в порядке. Здорово. Привет. Так, ты графон сменил, яркая карта. Сейчас, подожди. Сейчас чекну ОБС. Да нет, там чуть-чуть, наверное, это коррекцию цвета поставил, чтобы поярче было, и чуть добавил насыщенности. Да, запустил. Я, если что, на эвоке F9 заканчивается. Так, кто у нас тут играет вообще? Вот черные ники вообще не видно. Ты таки, Next Food. Как бы надо за них перейти, да? М. Блин, давайте я перезайду. Так, выйти с сервера еще раз. Эвок. F9. Рязь, здорово. Блин, и теперь все, не могу зайти. Охренеть. Илюха зашел тут. Ладно, подождем, посмотрим. Может освободиться. Саня, зачем ты пытаешься найти снова этот сервер? Просто нажми, отключись.
Пейте пиво, я просто не знал об этом, поэтому не знаю. Может быть, это так и работает, надо попробовать. Ой, все, так, зашел, освободили мне место. Туда, куда хотел зайти, туда зашел. Ох, фига тут с макросом пашут. И не видно нифига. Молчанка, видимо, в баге, невидимки. Не разглядел в окошке, чтобы она там была, эта молчанка. Саня, а с любым? А вообще с любым. А то я МП-7 взял. Да, без разницы. Любое оружие, любая карта, короче, куда захочешь. Туда можешь подключаться. ПХП? Нет, я не покупал ПХП. Кстати, надо... Надо, кстати, проверить пробива Ярусич. Так, 185 и 210. Ну, вроде бы как куплен у меня. Даже не знаю. Да у тебя и так, вон, печенек, какой тебе вред, ПХП-то? ПХП нет, я не взял. Пробил только. С пробивой лучше, веселее убиваются там. Вот насчет гренки. Привет. Сань. Здорово. Привет, как дела? Здоровье. Слушай, этот. Я, конечно, извиняюсь, тебя там с рулетки турнули, да? Да типа 3 плюса, как 3? Да, да. Он не видел, почему? Как не знал. Нормально. Это типа как считается? Нельзя типа 3 плюса, что в смысле как? Нельзя чатки ставить или нельзя типа участвовать? Это отвлекает стримера от того, чтобы как вот... Если каждый будет по 3 плюса, да? А, да не, он просто не видел, за это значит поставить. Да, я сам знаю, что ты не из таких, как бы, и тебе они вообще не нужны. А я Саня, вообще, это не суть, нет. Поэтому извиняюсь, Кент. Саня, как этот Дискорд твой, да, чувак тут спрашивает? Блин, у меня, наверное, в описании нет, да, Дискорда сейчас? Не, я кликаю пригласить, а никак. Сейчас. Дарёк, можешь этого Никитоса пригласить? Я сейчас открою какой-нибудь старый видос. У меня там в старых видосах должны быть в описании ссылки. Сейчас я чекну. Где-то вот здесь вот. Сейчас, понятно, правила такие. Да ничего страшного, понимаешь. Это Игорь, так. Пригласи Никитоса. Так, вот я в чате скинул. В Дискорде тоже кинуть, да? Где, куда кинуть? Кому кинуть? В чате я ссылку кинул. Так, а в Дискорд тоже вот сейчас. Зашел, все. Ага. Ну, на всякий случай здесь тоже. Да, я в этом. Мы просто, Саня, хотим сделать стрим на пожирание, знаю, что ты отказывался, Рома тоже. И вот человек согласился, а не знает, как настроить стрим, поэтому. Ага. Поможешь ему, если будет время да, свободное? Да, вообще не вопрос. По-братски, спасибо. Так, вопрос поставил. Что? Ну, смотри, все... Ну, давай от меня можем рулетку сделать, в принципе. Нет, не надо, Кент. Давай это. Нет? У меня немножко промки есть, да, ты не траться. У тебя там и так. Ну как знаешь. Европейская жизнь. Да, не сахар. Вот. Девок мало нормальных. По евро можно, почему раз в неделю. Девок мало нормальных, поэтому. Нормально все, нормально все. Да, рулетку я проведу, ребят, не переживайте, чуть попозже. Сейчас. Покатаю чуть-чуть. Пожирание. Так, по поводу ОБС. Ну, типа там на время гамбос хавать, Саня, извиняюсь. Угу.
типа того, там лимон съесть, не знаю, что-то такое испытание. А, ты хочешь, чтобы я это? Блин, я хотел, но ты отказался. Не, ну че, блин, это надо в магазин идти покупать бухало, там еще что-то. Не, Сань, не надо. Вон тут Никитос согласился. Ну я еще не согласился, господи. Ну почти, почти. Короче, вы хотите его, да, подводник до неадекватного состояния довести во время стрима, да? Сделать из него ни алкоголя, ничего не... Грушу там, не знаете. Там чисто там два Биг Мака за 5 минут, такая фигня, знаешь. Лимончик там за 5 минут. Такая чисто. Понятно. Отжималки, допустим, не знаю, ну сколько там, 30 раз, да, не то сколько там. Никитос, ты во время обеда запускай такие стримы. Будет это два в одном и наешься. Да, да, я есть специально. Тебе будет тяжко. Смотри, там, Никитос, вопрос как бы в том, какой у тебя комп, чтобы понять, какие возможности. Видюха, сколько у тебя там по объему 10, памяти? 4 гигабайта. 4 гигабайта, 10-50 Ti, да? Ну, смотри, рекомендую тебе ставить что-то в районе 9000 битрейт, самое основное, потому что больше, наверное, уже будет тяжко тебе. Вот. В ОБС-ке. Я 9000 битрейт поставил. Ты там записывай, Никитос, ты это не просто так. Сейчас ты сейчас видео смотришь? Да. Стрим, да? Я сейчас... у тебя сохраняется. Я сейчас запущу экран и тебе покажу. Так, настройки. Так, вещание ставишь примарии. Если стрим у тебя вылетает, тогда бэкап ставишь. Да не, карасик. Потом, так, у меня здесь битрейт 15 тысяч. Вот, это, но у меня видюха 2060. Вот, поэтому я как бы могу себе вот эту вот цифру поставить, и чтобы не лагало, не слетало. Вот, и тебе же рекомендую что-то в районе 9000 для Full HD 1080. И поначалу поставь 30 FPS вещания. Вот здесь не 60, а 30. Это видео. Здорово, вот, люди, если у тебя будет все хорошо, у тебя будет устраивать вот это качество, процесс, там можешь попробовать потом на 60 процесс. Поставить. Так, приоритет процесса у меня выше нормального, но тебе для начала рекомендую ставить средний. Вот. Ну, как бы так, вот посмотришь потом в записи, если что, что у меня настроено. А тебя интересует еще что? Это как настраивать там всякие виджеты, что ли? Вот это имеешь в виду? Да, 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 вот это тоже. Так, ну, это я тебе рекомендую все-таки на Ютубе посмотреть, потому что это все базовое. Оно буквально... И про донат, Садиму, объясни, чтобы мы вывели. Ну, вот, и донат, донат тоже самое есть там. Лучше, чем объясняют в видосе. Не, ему 15 лет, ему выведут бабки или нет? Ему же не смог повести. Ну, если у него есть карта, сберкарта, допустим, его... Выведут они? Да. А то смотри, я там могу, ты сожрешь, я задоначу, если ты их не выведешь, ты сам понимаешь. Может договориться с родителями, я не знаю, спроси у родителя карту, скажи то, что да, буду... У меня есть своя карта. Ну, тем более, паспорт есть, карта есть, все, тебе будет ну приходить. Все, смотри. Чтобы никаких... По настройке виджетов форс-мажоров на Ютубе набиваешь, да, и по настройке доната, донат Алекс также на Ютубе. Там все хорошо разжевано. Все, самое главное, это все-таки все качество картинки на стриме. Самое главное, даже, а там надо верификация или как, Сань, какую-то проходить на Donation Aiders? Ну, там, да. Он разберется? Там паспортные данные. Ну, будут проверять, то есть ты даешь карту свою и, грубо говоря, там какие-то, ну, привязки полностью тебя отслеживают, проверяют, соответствует ли действительности. Вдруг ты просто нашел карту где-то и все. Ага. Вот, они, то есть, ну, и снился там чего-то, вот эти вот вещи. Дальше?
Я думаю, да, без проблем. Тогда устроим новый стрим в субботу. Давай, Никитос, думай. Как и чё там? Не, раньше. Если ты не уверен, конечно, ты подумай. От процесса многое зависит, дельфин. Ну, Саня, ты вебку не хочешь, да, вырубать? Фигня страдать. Возможно, как-нибудь запущу. В твои годы. В один из последних стримов своих видос с вебкой включу. Ну это не сейчас, это может ближе к концу года. Но это не точно. Да. Это же надо еще вебку взять. У меня была вебка, я, блин, ее сломал. Ну как сломал? Уронил. Да, упала, а там, кажется, и креслом тоже придавил. Что пипец был. Стечение обстоятельств. Ну неаккуратно бывает. Так, у вас оно отличается из-за часового пояса. У меня время 1.28. У тебя как, Саня, как здоровье, как там семья? Как работа? Жив, здоров, спасибо. Как КВ, как пап? Так, ну, сейчас у меня, как бы, блин, зоопарк по работе. Вот, в ближайшее время планирую в отпуск. На 2 недели потеряюсь, может, ну, чуть да, побольше. Так, я тоже 6 июля в Эстонию поеду отдохнуть, хочу тоже доехать в Голландию. Задрало. Поэтому хочу такой стримчанский сделать, что интересно, чтобы было людям, знаешь. В Эстонию приехал, показал, вон до чего довел, колено там довели стример, да? Чего деньги доводят? Да не, это же не такое издевать, не как мопсов это, знаешь. Чисто такое легенькое. Ну и парень что заработает денег. Чё, за минометка такая, да? Слабая, да? Вообще. Слабая минометка. А в этот, как Microsoft или как он называется, давно уже играешь? Ну, сколько ты стримишь? С декабря месяца играю. Интересно, ну, сейчас... играю. Да, вообще интересно, но последние дни что-то этот... уже чуть-чуть начинает надоедать. Да там странно, когда ты выезжаешь, сразу они тебя разбирают. Да? Нет, надоедать в каком плане, то что вроде покупаешь мощное оружие там, да, делаешь мощный крафт, но, блин, становится играть тяжелее намного. Может, соперники как бы будут? Ну да, соответственно, ты против таких же, против мощных крафтов. Короче, там, где большие, как бы, вот, блин, омы, очки мощи, там уже решает скилл, как бы, вот, блин, я, по сути, по жизни не скилловик, как бы, ни в какой из игр, поэтому мне там тяжко вообще, я могу где-нибудь там, вон, с печенегом присесть, чтобы не мелькало, так что порешить. Там никак, да, там в лобовую атаку идёшь. Там начинает выбешивать, вроде бы, вот смотри, увидишь у кого-нибудь крафт такой интересный, там, блин, вообще тащит, сделаешь себе такой же, но тебя там, блин, за 5 секунд убивают, думаешь, что за бред, другой вроде бы нормальный выносит, по 4 кила за делает, 5 секунд. А ты там дохнешь 5 раз подряд. А там нету и ни брони, и ничего, получается, так же. Байкал One Love, да, блин, тоже хотелось бы на Байкал сходить. Байкал это где, Сибирь, да? Там... Да. Ну да, красивое озеро, тоже смотрел. Фотографии, видео. Ох, кто-то простреливает с МП-7. Рузини. Ясно, сейчас. Чё там у нас? Ух ты ж, VIP. Так, возьму я Сайгу Фан. Ой, Сайгу Фан, говорю. Зажались. Или зажрались. Леонид, что это? Зажались. Скучи. О, нифига тут минка, блин. Валим, валим. Спасибо тебе. И угорает. Получил. Доставка пришла вовремя. А у меня сайгин убил, а я его...
Нифига себе. Да ну, случайно. На карантине еще как ты работаешь? Дома, да? Ну, как бы, да. По-всякому, короче. И выхожу, и дома тоже. А, так. Да, придумали, да, эту коронную, Саня, фигню какую-то. Да, есть. Вроде такая... люди и не болеют, вроде болеют, что-то непонятно, это не болезнь. Я бы с радостью дома все время сидел, но, блин, начальник говорит, ты этот, чай пить будешь, да? Меня такое как бы не устраивает. Поэтому я говорю, у меня там веской, короче, надо дома сидеть. Жалко, только что дома могу работать. Подростка. Ну, печально. Не, ну есть работа. Включай вебку, ты уже эту схему слышал. Будет работа. Покупай лимон, вон Леонид спрашивает. Вот, можно же устроиться на работу. Я работаю промоутером. Саня, ты где работаешь? В сфере строительного строительства, проектирования домов там? С радостью вот. Пошел. Добрый вечер. Вечер. О, добрый. Люх, ты что? Это я, да. И я куда-то отходил. Нет. Как у тебя там? Хорошо. Строение, как здоровье, все нормально? Нормально. Потихоньку. Здоров, передвигайся. Это самое главное. Сейчас только с Русь разговариваю. Ты такое ощущение, только за мной охотишься, блин. То минки мне подкидываешь. А я тебя познакомлю, вижу. Это как это YouTube, как он, снайпер, да, называется? Стрим-снайпер. Стрим-снайпер, да. Сразу город. Да, карантин долбанный. Где у нас торбайдер, да ладно, все вроде. Практически отменили, только вот это 1.5 метра расстояние тут напрягает. Сколько? 1.5 метра. Ну одна дура там ходит на работе, говорит, о, нельзя так близко. Я в эту фигню не верю, знаешь. Корона. Мне кажется, это просто грипп какой-то, знаешь. Ну видишь, тут положено, как так сказали. Фига вас тут соколов сколько? Все на этом стоят. Ага. На вертолете. Как этот, как падальщики. Red Bull. Грипп, который, ну, типа того. А, грена. Да хрен его, ну не знаю, блин. Есть, я лично зам этих а людей не видел, сам, но фико знаю, блин. Опять ты? Ты за мной охотишься, да? Да нет, я не знаю, ты это трясаешься возле меня, блин. Так, сейчас, секунду. Говорят, для старых людей в основном, да, вредно это корона. Иммунная система уже слабая. Так, болели. Хронические последствия. Ну да, да. Ну может и так, да, сам. Чуть погромче дискорд сделал. Больница когда был, да? Ну ты знаешь, что горе в беде произошло, и ага, в этом и... были. Как это? Не реанимация. Куда люди приезжают, где помочь надо быстро? Типа. Нет. И первая помощь или морг, ну. Извиняюсь. Нет, слава богу, нет. И там вообще ни одного человека как-то вообще не было, я не понял. Вот где вот эти коронабольные, может они дома там переболевают. Как-то у меня это насторожило, конечно. Вроде как и есть эти заболевшие, приехал, короче, субботу утром вообще. И просто не держит никого, да, в больницах. Идите, видать, дома не болеет, хрен его узнать. Я вот честно тебе говорю, поэтому скептически к этому отношусь.
Реанимация. Не реанимация. Это первая помощь, короче. Типа БСМП, там что-то такое. БСМП, а что такое? Ну, что-то типа быстрая там помощь какая-то. Ну вот, я там. И там ни одного человека вообще, ни с кашлем, ничего, ни с короной, и ни одной скорой помощи. Вот это в Роттердаме было, в Голландии. То есть, ну, странно, где все эти больные? Вот, интересно мне тоже. Привет, скилловой. Ромашка, здорово. Это какой Рома? Это Ром или Ша, что ли? Нет, это скилловой, вот этот Рома. Блин, фамилия. Лопашев, а-а-а. Лопашев. Ага, все. Ага, в принципе, все. А, не отдельно, типа, лежа. Ага, больные. Да. Все, понял сам, понятно. Короче, отдельные больнички есть. Ага. Ясно, снес. Или как? Костей, лес будет сегодня. Ребят, любой каприз, как говорится. Если будет желающие, конечно, сходим. Все, одну катку сыграем и покурим. Да, в принципе, да. Да, можно будет отдельно покурить рулетку и, если что, может быть, сходим на лес, да. Лопаша. Только как бы у меня пожелание без абаканов, если есть такое. Если есть такая возможность, то я бы с радостью сходил бы на лес. Здесь, Саня, ты меня огорчил, конечно. Фамилию долго вспоминал, да? Нет. Что? Ладно, вспоминал долго, но вспомнил неправильно. Лапаш? Лапшев. А-а-а. Лапшев. Сорян. Да ничего страшного. Как дела, Кена? Нормально, у тебя как? Да тоже нормально. Как карантин там, как здоровье? Да здоровье нормально, так про карантин у нас уже все, ну, в нашем городе забыли, там, на что он забыли вообще. Только так это ходят. Так, чисто. Задрачивают. Саша, что это корона, да, лучше дома. Я видел, Серега писал, что ты ему бром кидал. Формулировка не совсем понятна, мистер Зам. Офф-группу я просто через офф-группу, боюсь, до 30 числа не успею провести стрим, а промки у меня как бы лежат, и я не хотел, чтобы они, блин, пришли в негодность, скажем так, в мое отсутствие. Поэтому промки, да, я кинул Сереге для розыгрыша. Серега это который страйкер. Несколько я себе оставил там для розыгрыша неофициального. Вот сегодня можно будет во время стрима там в рулетке разыграть как-нибудь. Как тебе, Саня, выдают раз в месяц, да, вот эти промокоды, и тогда ты разыгрываешь, да? Все, если ты говоришь, что будешь стримить там чуть ли не каждый день, uh-huh. Ты составляешь план, сколько тебе нужно промок, сколько тебе делают. Но они неограниченно, да, могут выписывать эти промки, в принципе, да? Сколько хотят. А ты вот здесь, Сань, скажи, я хочу каждый день играть, стримить, каждый день хочу, чтобы у меня было плюс 40 урона. Я бы сказал, ну, плюс 40 меня пробил. Не заставишь каждый день стримить. Я и говорю, и плюс 40 тысяч в мой кошелек. В долларах. Ну, так-то да. Тогда я буду жить в вашей игре, да, скажи? Тогда и вебку подключить можно будет. Молитвами, да? Тогда лимончики пойду, ну. Ой, ты смотри, что Игорь, он, что ли? О, грузили, да, выследил во всех. Игорь? Негодяй, грузин. Не, грузин. А, грузин? У меня минометку вообще слабо. Грузин, если не ошибаюсь, это вообще Митька. Как-то удалось мне пообщаться, когда он был в клане. Не знаю, что это. Еще под ником, под другим ником, честер вроде бы.
блин, общался с ними, вообще да, такие ребята могут быть. Вообще классно. Кто это, говоришь? Я говорю... Это Ромка Лапшев. Вообще, нет, по идее... Грузин, он говорит, кто такой. А, Честер у него раньше вроде бы не был, если не ошибаюсь. Честера или да честер. Как не попадаю вообще. Так, ко мне не подходим, у меня перезарядка. Можно только подойти, подождать, пока я перезаряжусь, да, и убью вас. Перезарядка у меня. Блин, капец. Вот ты вот прикиньте, Цань, я вот столько времени в Contract Wars не заходил, не играл. И неохота, да. И неохота, да. Да. Нет, ты заходишь два сервера, да, так, 5 патронов осталось. Намного просто приятнее зайти пообщаться с старыми людьми. Да, конечно. Ну, да. Ну, как бы с этой целью я стрима запустил, по сути. А то еще не знаю, когда с вами услышать. Я тоже случайно, знаешь, Саня, когда-то, ну, этот I'm Russian Даня, когда стримил, вот случайно наткнулся на эту игру, фига себе, знаешь, люди общаются, так интересно, с разных стран. Тоже зашел, Discord как-то нашел, как РК тогда, и как он говорит. Тоже интересно, знаешь. Поболтать, посмеяться, не знаю, как прикол, там посмотреть. А у меня случай был, короче, я еще был. Блин, я еще в клане КАВ 05 был. Ушел только с него. Ну ладно, суть не в этом. Я говорю, олдеры только они создали. Говорю, здравствуйте, я хочу в клан олдер вступить. Ну, а я не знал, что ну там вообще они ребята сами молодые. Относился так это прям с сильным уважением, клан лидером и так далее. Потом, оказывается. Ну, говорит, нет, мы тебя не возьмем, ты типа это, слабенький. Я говорю, хорошо. Школа лода. Проходит сколько-то времени, просто, блядь, так задрачивал этих холдеров. А потом, знаешь, даже вот у них распад был клана, мне пишет, кто там, Фиксик или кто. Пишет, привет, есть желание в клан олдер вступить, возвращаем старых игроков и так далее. Я пишу, нет, спасибо. Нет, да. Нет. Зачем они хотели? После катки мы пойдем все покурим, рулетку сыграем, о, разыграем. Там промку. Ну, да. Трипл что ли, обалдеть? Нифига себе. Трипл. Спасибо тебе. Трипл. Друг. Если бы не ты. Слева в ангаре был квад, ё-моё, только этот момент смотрю. Хорошо, после Понял. Катки куда пойдешь? Ну я сказал уже, пойдем покурим, да, потом печенье в рулетку. Печенье хочет. Запоздался вообще. Блин, дядь Саня, ты зачем в просалоте мусорши вкачал так до конца? Чё вкачал? Говорю, мусорщиков прям так до конца вкачивал. А я хотел железнодорожный этот, как его, отвал там. Два отвала? Да. Блин, вообще самое полезное это сейчас бешеные снова... скитальцы. Да, я на бешеных сменил уже прям. Угу. Потом скитальцы. А я подзабыл. Ты вот мне сказал, как раз вот я накануне апнул 15-й уровень. Понял. Я и думаю, смотрю 15-й уровень, думаю, престиж качаешь, что ли. Я недавно, ну как, у меня там в одной фракции осталось 15-й вкачать, так уже почти во всех, и по максимальному престижу все вот эти элитные детали открыты. Пипец, ты слышал, что вводят про кланвары в Курсауте там вообще? Да хотя, я в кланах не стою, поэтому мне как-то не очень интересно. Там, короче, на одну команду будут давать один левиафан. Uh-huh. Чтобы, короче, игрок будет управлять этим левиафаном, создатель группы. Ну, то есть не создатель группы, uh-huh. а тот человек, который собрал всех в группу, на ком корона висит, понял? Будет участвовать именно левиафан того игрока, который всех собрал. Uh-huh. Им управлять это чувак, это. Левиафан с какого клана? Короче, его нет. Типа аккаунт дают, да? Да-да-да, можно и так считать. Ну, представляешь, если...
на одном левиафане, например, 60 энергии, да? Yeah. А на простой машине у тебя 12 энергии. То есть, например, ты поставишь себе две пушки, с которых стрелять можешь, а там ты 10 пушек поставишь на одну машину. Это просто такая жесть будет. А там есть такие пушки, например, ты с двух можешь человека шотнуть, а если ты поставишь 10 таких пушек, это вообще будет жесть. Самая востребованная пушка, мне кажется, это все-таки малыш. Нет, на малышах никто собирать не будет, так как уже время в Крусауте не то. Ну, у каждого второго игрока на аккаунте по два реликта лежит. Апнутая ходова, апнутые кабины по 5 штук. Я, короче, знаешь, что сделал? Очередную глупость. Купил циклоны. Ну как думал, там 3 циклона поставишь вообще. Ну так вообще тащил, хорошо, неплохо. А потом думаю, дай-ка я улучшу. И улучшил циклон. Да, ну там, блин, 1000 или сколько там, короче, потратил. Был у меня 6600, стало сейчас 3000 монеток. А циклон, да, циклон, нет, циклон, сам, да, стримить эту игру по количеству зрителей, не знаю. Лучше КВшку, видишь, у тебя хоть смотришь сейчас сколько, 8 человек, максимум 100, да? А там только 2 человека. По стилистике игры мне нравится PUBG. Во, PUBG, либо КВшка. Вот. Там никто не заходит, знаешь, ты как бы играешь ради себя. Вот, знаешь, Кент, мне что-то нравится, вот играю в игры сейчас, просто понимаю, какое комьюнити в тех играх, в которые я играю, там просто, ну, люди совсем не понимают смысла в жизни, что они добьются с таким продвижением, как они двигают, понимаешь, там, например, вот, ну, парни молодые, лет по 12, они, блядь, сидят, знают все про твою маму, блядь, вот такая дичь, короче. Да, вот сюда заходишь в контору. Везде, да. Да, а в контору профи, заходишь. Офигеть, тебе профи за бабаха. Профи. Тогда он успел, даже не видел таких. Тоже не видел, даже первый не видел. Чисто. А кто, грузин, что ли? Везде он с прошками зашел, наверное, сразу на катку. Так, кто-то хотел пойти покурить, я сейчас тоже курну, потом рулетку, в общем, на 500 кп. Я могу сюда видео. Микро, офну пока. Сань, что за сорт-то курить будешь? Да, блин, Винстон, наверное, покурю. Какой? White Widow? Винстон. А, Винстон. Ох, нихера, это чё, портамо, что ли? Ладно, всё, пошёл. Давай. Возвращайся, ладно. Школьники, как они ругаются, вот так жёстким матом, конечно, зачем? Блядь, я говорю, ты слышишь, молодой, давай ты мне номер свой напиши, блядь, тогда поговорим с тобой. Я говорю, приземлишься, ёпта. Да кто, да в лицо тебе никто не скажет такого, правильно? Только в интернете так жестко, знаешь. Борзые стали, блядь, люди. А у вас там как это? По эпидемии, по коронавирусу? У нас, да, нормально все, в принципе. Только в автобусах, ну, в общественном транспорте, маски гонять надо. Так я в кафе уже был, пивасик пил, нормально. Ну, шкаф просто спросил на входе, типа, болеешь чем-то? Не, ничем не болеет, все нормально. Шкаф-охранник, что ли? Ну да, security. Все такие прям шкафообразные. Шел, сел там, попил. Блин, ну, у меня на канале видео есть. Ну ладно, спасибо, что... Ну вот эта фигня сказать. Была, как в Америке. Слышали, что этого парня задушили или что с ним? У вас тоже там это? Ну вышли эти черные, я еще там с корешем был в городе, говорю, нахуй нам туда идти, блять, нас сейчас опиздюлят здесь, блять, нафига, блять, нет, пойдем посмотрим, блять, что там смотреть, там все черные, блять, что там смотреть, блять, ну это, Black Matter или что там они орут, блять, I can breathe, блять, вот это хрень. Это политическая херня очередная. Куда, блин, я говорю, пойдем куда-нибудь в кафе или в Макдональдс, блядь, нет, пойдем туда в середину, блядь, среди черных, блядь.
Так-то он, как бы его задержали правомерно, все как надо, просто, ну так случилось, так получилось. Там он и женщине приставлял. Так что это... Пистолет этот уж. Да ну нихера, пацан, мужик-то, блядь, этот, ничего вообще не делал, просто сам... Ну что не делал, он профессиональный преступник, он, блин... Конечно, у него же там досье целое. Конечно, ты че, он как бы это... А какая разница, это че теперь, блядь... Подожди, это что, какая разница, какая у него там досье, это что, убивать его можно за это? Не убивать, он умер по дороге в больницу, там что там как-то так, ну хер его. А ты знаешь, что случилось? Подожди, ты вот так говоришь, а ты знаешь, что случилось-то вообще? Ну примерно знаю вообще чертах, там не было же. Я вообще... Просто его мент задержал, он пока лежал, он ему колено на горло положил, это пока да, он лежал, блядь, с наручниками, понимаешь? А-а-а. Ничего не делал, он ему просто положил колено на горло и душил, он говорит, я дышать не могу. Он ему после смерти уже минут 10 еще колено держало, ты говоришь... А, ну, задушил, так считаю. Просто он, понимаешь, лежал, ничего не делал, блядь, его просто задушили, блядь. Ну, базара нет, ну так-то да. Этих подробностей я не знал. Нет, ну из-за этого человек это ушел, да. Так что он как бы он это искал, он нашел это что-то. Ты по-другому-то. У всех. И вообще это типа там говорили, что ну, вот этот парень, которого, ну, мент сам задушил его, говорили вообще, типа, они там знакомые были, работали где-то вместе, все знали друг за друга все, чем дышат, чем двигаются. А кто-то вообще говорит, что типа правительство Трампа хотят сместить, что-то там демократы, какая-то хрень пошла, рептилоиды. Ой, я такую даже хуйню слышал, не знаю, вы слышали? Блять, я вообще в этом без ума. Рептилоиды, пришельцы прилетели, я не понимаю, что происходит. Может, кто-то из вас знает, с России, может... Рыбы, ребята, блядь, знаете, рыбы с лягушками объединились, блядь, вылезли квакать на походу, я не понимаю, бред массовый какой-то, фиг его знает. Вон даже Страйкер пишет, офигевает, блин. Здорово. С рыбы, говорю, в озере подохлся. Ну, химикат какой-то, фигу знает. Прибывает, с гор сходит. Ты ж вроде не собирался, вот собрался, видишь. Страйкер. Хай всем. Там сколько, там уже несколько случаев было, да, что черных так именно... правах ущемляют, убивают. Не то, что ущемляют, они там на рожон-то лезут сами, блин, на самом деле. Ну как... они, да, они же, Лёха, как бы и ведут себя агрессивно. Да, да. Они, с этим согласиться надо, да. Такие попадают, да. В принципе. Ну а с этого уже как бы просто, как сказать, те, кто, короче, ну, собирается там как бы притеснить белых, да, и там негр, он этим пользуется моментом, это раздувается профессионально где-то, ну, как обычно. Все, что. Так они, Лёха... Это мы и хаваем все потом после. Илюха, они же вынесли, дурачки, Илюх, эти айфоны, что там еще, блин, всякие компьютеры, они же не работают, прикинь, надо было эти брать, как это, блядь, вот беспроводные-то наушники, блядь. AirPods. Они, да, они вынесли айфоны, так их могут найти, поэтому, как он, e-mail или как эта фигня называется? GPS там. То есть они даже не прочитали, что, блядь, оно не будет работать. Нахера они это вынесли, блядь. Йо, вот ты вот говоришь, что черный, да, вот, например, вот вытесняют всех. Ну, вот если так посудить, в каждой национальности есть свои. Слушай, да я ничего же не говорю, я отношусь ко всем с уважением. Я отношусь ко всем. Есть категория-то в каждой нации, которую, блядь, убивать так-то надо. Рустам, привет. Большой привет. Добрый вечер. Про таких я и говорю. Я ко всем отношусь очень даже неплохо. Нет, с этим проблем нету. Ну просто да, может ты прав. Просто, ну, просто понимаешь, такая политика идет сейчас. Там у прав, у негров больше прав. Понимаете, да, что делается? Да. Белые как бы меньше прав у них. Они сейчас как бы, ну, на втором месте. Второстепенные. Хотя да, должно быть наоборот, по идее. Ребята, кто хочет участвовать в рулетке, ставим по плюсику. Да, вообще лучше сменить тему, ребят. Давайте. Да. Плюсик в чат, кто хочет участвовать мне в розыгрыше. Мне никак, забанил ГП. Зам, блядь. Мне никак поставить. Данька, если я выиграю, я тебе... Зам, разбань меня, блядь. Если тебя зам забанил, сейчас я... Да, и мне никак не поставить. В смысле, как он тебе бан дал? Бан дал, ну все. Да я шучу, нет. Да, а в чате ты забанил, что ли? Да шучу. Дед пишет. Короче, Кент суету наводит.
Да нет, то, что я стайк меня... поставил случайно три этих, как там... плюсика случайно там. Ясно. Это так, вы, ты это у меня еще сам здесь модератор. Нормально. Против расизма, да? Против меня не забудьте. Разыграем сейчас 500 ГП, ребят. Все, давайте нас, короче, трое и начинаем. Какой там по счету? Четыре человека, да? Пятого еще, плюс это Эрика. Я можно. Илюха, Рома, Даня, Леонид, Ильич. Еще. Блин, а я когда прошлый раз же у кента выиграл. Да, я не помню, я уже столько лет такой, Ром, это делал, что я не помню, извиняюсь. Серьезно. Молодым парнишкам же это свой выигрыш поделил, который там обиделся, которому не пришел 500 или сколько ГБшки. А, блин, я не знаю, может, я тебе не отправил, у меня вышли, может, я просто два раза ссылку отдал. Да, да, и насчет вот этого я не спорю, никогда такого не было, чтобы... У меня все учитает, мне, сам понимаешь, эти 2 евро, ну, никуда, блин. Магазин может, пойти, там жвачку купить, пожевать один раз, да? Может, жвачку, может, хлебушек так, там. Мейсон, я тебя один раз добавил, больше плюсики не нужно. Ты да, вот прикинь, Кент, у нас вот на 2 евро можно день прожить. А кого можно купить? Кого купить можно? Купить что можно, можно, короче, купить? На 2 евро. Нет, и мотороллер. Доширак, что ли? Доширак только, да? Нет, не только доширак. Можно купить хлеба, булку. Чё, ребят, на убывание? Ну, где-то да. Так у нас тоже, да, так. Да, на убывание. Нервно. Так, давайте на убывание сейчас запущу. Просто да, в России зарплаты маленькие. Почему вот не повысят, блин? Вроде говорю, деньги сейчас дадут, да, с этой скоромной. Вот. И так, ничего не дали людям, только инвалидам, да. Вроде бы нету. Вот, я сменил несколько мест работы, у меня неплохие зарплаты были везде. Нет, тебе-то понятно, смотри, студентам, допустим, тоже деньги нужны. Хотя бы 500 долларов, да? Вот тем людям, ну, молодым ребятам, вот, до 16 лет, вот есть же, которые родились до 10 мая, до 10 мая, им, короче, по 10 тысяч дают, понял, да? Ну, примерно. А я, блядь, мне 16 лет, я родился 6 февраля, это пиздец, блядь. Даже в этом меня ограничивают, блядь. Я не знаю, все люди равны, в принципе, всем должны дать, думаю. Ну, тебе же тоже есть надо, там, старым, молодым, всем надо есть. Не, ну, есть определенные рамки, там же не могут, там, давайте еще там, плюсиком, там, 10-х первых, да, там. Я страйкую, там... Сейчас. А как они, Илюха, они смотрят, типа, доходы твои, да, и там уже... По возрасту, как, скорее всего. Что-то в районе 5 по 500 дал, и, по-моему, 3 по 1000, что ли, что-то так. Кент, а вот ты прикинь, вот это получается, я уже не ребенок, это я могу, получается, подойти на биржу труда, сказать, здрасте, я хочу там пойти, например, там, ну, просто такой глупый пример сделаю, сказать, я там хочу, например, к Путину пойти работать охранником, а мне скажут, ты же ребенок, а я скажу, а я родился в феврале, бляха-муха. Ну, вот как только начал за Путина, сразу вылетел у нас киловой. Да, ну блин, Даньке не повезло сегодня. Вот видишь, к чему это ведется. Да, так что этот... Начал про Путина, все, услышали тебя. Уже выехали за тобой, собирая вещи. Взяли с рулетки. Лес валить, да, там сами как-то. Здесь до сих пор есть. На Сибирь меня отправят. Да, кстати, страйкер Серег вот этим промком считает, ну сколько, минимум уже 2-2.5 недели. Там, ну, остается полторы, наверное, недели, и они уже все перестанут работать. Поэтому не веду. А там Данька-то есть или он вылетел уже? Вылетел, да. Ну, Данька. Саня, а ты что там, говоришь, хочешь это, с игрой завязывать, что ли? Или с играми? Или со стримами? Ближе к концу года, наверное. А, почему? Ну, если не будет обнов, там... А, ты конкретно с этой игрой просто, да? Да. Скажу. Стань, если можем, мне, да, там данные. Да, отдавай мне аккаунт свой, сразу можешь. Ну, это если можно, если нет. Да не, я шучу, тоже не брать. А я знаю, кто выиграет. Кто? Илюха? А вот перед рулеткой говорили про человека. Суету наводили, когда. Вот он и выиграет, смотрите. Ай, Илюха, зачем я тебя упомянул, блин?
Илюха вылетает. Ладно, чё. Так. А, вот он, смотри, слышал. Красный квадратик, треугольный, или как он там сказать можно. Мерз вам. Одя Винников, я не расист. Кто, Никита вылетел? Некий, да? Мейсон. Так, двое остались у нас. Ну, Володька выиграет. Не-не, зам выиграл уже сегодня же, куда? Не-не, выиграет, выиграет. Ты выиграл уже. Так, мистер зам вылетает. А, вылетает? А я думал, на него показал, он выиграл. Ну, ё-моё. Так, Костые, не знаю, как правильно твой ник читает, читается. Зайди в Дискорд, принтскрин трансляции стрима и кинь, я тебе... Как не выиграл? А кто там унёс 500 ГП, а? Язык сломаешь. Давай, Костей, ждем тебя. А у меня сзади, короче, стоит какая-то бутылочка. Сейчас я скажу название. А, Соклан унес. Ошибся. Ладно. Ребята, варианты. Либо Construction, либо лес. Кто за лес плюс, кто за Construction минус в чат. Да, пиво, давай. За тебя страйк, чтобы у тебя все было. Бляха-муха, сейчас я за солью схожу, вместе с тобой буду. Руслан, ВВС России, привет. А то у меня текилка рядом стоит. Бланка текила. Классика. Алмека. Так, и еще с этим, смотри, с карты, ладно, все определились, да, на лес все хотят, а по оружию, нет, как каждый на чем захочет или на определенных столах сыграем. Ой, потому что у некоторых, не у всех оружие открыто. У меня это лапша стоит рядом. А, за едон, за кусон, да? Но. ВС России, привет, красава, красава один, здорово. Привет, красава. На лес с печенегом. Ну вот смотри, лес — это карта этих, как его, блин, абаканов. Абакан. Да, поэтому, блин, будут абаканы. Может, на базу пойдете, там дождь и башит, так прикольно, не? А базе играл с ней? Базе там это. Лагает, да? Там, да. Лагает, а, все, да. Понял, да. А еще у меня за той, короче, бутылочкой стоит хаски с лесными ягодами. Кто? Что это там стоит? Хаски с лесными ягодами. 26R лес, заходим. Алло. Алло. Стволы любые, но желательно... Ой, блин, я лайтхаус нажал. Сорян. Нет. Олдса обнил же у нас лес. А, тут уже занят. А мы на второй лес идем? Или на первый? А какой лучше? Давайте на первый. Хорошо, пойдем на первый. Так, так, здесь 70B, наверное, на него заходить не будем. На GY. Включаемся. Ограничений по оружию нет, но желательно, чтобы не было бакана. На вашу смотреть. Надо, да? Я вам для начала АВМ-ку взял. Я уж даже забыл, как она выглядит, думаю. Хотел спросить, Орсис прокачал? Да, Орсис прокачал до АВМ, да? Ага. Блин, на Арсу бы перезарядку этого затвора, как на ВМ-ке, вообще бы спас. ВСС. И стрельбу, как на ВСС-ке, да? Да. Это... Всё, нет. Все бы тогда бы играли. Сразу магазинами, чтоб пулял там. Не на печенек урон, как это... Как на Орсисе, да? И мобильность, как на Кедре, да?
Да нас бросишь, а нафиг. Просто не вот этот винтов. На хардкоре что ли? Нет, аркадно. Опять читы включил. Читус. АУЕ фарт, это кто? АУЕ фарт. А он в диске? Карпер переводится. Вера не показывает на карте. Вот это вообще переводится старпер. О, потом, давайте, ребят, за ваше здоровье, чтобы корона вся эта прошла. Да, хорошо. Приятного аппетита тебе. Приятного аппетита. А кто не пьет, не пейте никогда. Понял, Кент, это тебе, Саша, давай покушай. Приятного аппетита, давай, нажрись им. И все. И шлафен, да. Че там, немецкий пошел уже? Шлафен, че? Ну, спать, типа, нажрался и спать, шлафен. Годен таких бин роман. На самом деле их хайса. Таки. Роман. Их бин роман. Бин я есть, как тип переводится. Да, их бен. А меня зовут их хайса. По-немецки их бен, да? Нет, их хайса это вроде его зовут. Не-не-не, их бен. Их это я переводится. Хайса. Их бен Саша, я Александр. Ну там он склоняется, короче, по этим. Да, да. Духас там, и хайса. Духас мис хефрах, да, или как там песня. Он тих от них газат. Газах, да. Вильзин фаршай, да. Тройер зайн. Я найн, я найн. Папа гей. Дицайн, знаешь, как папа гей переводится? Хрен. Печалька какая-то переводится. Ага. Попугай. А, так, в дискорде. Так, я в рулетку тебя выиграл. Ну, блин. Была последняя. Не прошло и полчаса. Последняя рулетка. Я уж и забыл. Нет, будет еще. Я уж и забыл про тебя. Сейчас. Бля, что-то у меня брата дома. Да, это не пойму. Час 10 ночи уже, что-то домой не видит. Так, поздравляю тебя, Костей, короче. Костель, как это считается? Ну, Костел... тяжелый ник для произношения. Костел Эксу, как, типа... или Эх. Блин, на русском я бы прочитал это так: костыль экса, типа эксо опыт, а костыль это костыль, типа опытный костыль. Костыль с опытом, да? Костыль экс. Прикольный ник, кстати, надо будет записать на бумажку. Дисяни, что это у тебя за черная полоска на экране? Это баг такой, я не знаю. Блин, именно на этой карте. Как хрен меня. Еще на маяке тоже. Вот когда берешь вот этот вот обвес четырехкаратной оптики, да? Ага. Вот такая фигня наблюдается, появляется у меня. А у меня, короче, была фигня, когда я на МДР-ку вот этот глушитель самый фиговый, длинный такой, минус 7, ой, плюс 7 точности дает, но минус очень много урона и пробивы. Я, короче, когда с МДР-ки стрелял, у меня от трейсеров розовые следы были. Так, а что это за баг? Я не знаю. Прикольно. Своя пошла. Своя пошла. Чья пошла? Бага. Сейчас я кинул. Играет это точно нафиг на этот карт. Ой-ой-ой, капец, надо уже спать идти. Я сижу, что-то не знаю. Куда нас спать?
Да. Куда спать? Еще 8 часов. Спать уже, конечно. Так у меня-то уже как бы час. А, нифига себе. Откуда? С Урала, да? Из Сибири. А, Сибири. Хоттабыч панк. Сибирь, да. Сколько до Сибири? Одну неделю на поезде, да, по-моему? С Питера ехать. Ну, я не знаю даже. Где-то да так. Поменьше. Дом. Поменьше. Веселитесь, ребята, Санальчик. Веселитесь. Сейчас. Все, я сдох. Че, не мажу, блин. Так, быстренько печенек, пока сонар работает. Что за холосты патроны? Смотри, откуда ехать и в какой город. Ага, понятно. Замучил уже тут резаться. Не резайтесь вы. Резайтесь, резайтесь. А ты откуда, Ром? Не успеете. С какого города? С Новосиба. Ну, а, Новосибирь. Как? Новосибирь, да? Да, да. Ага. Сибирь большая, ну да, правильно. Сибирь большая. У меня с Москвы отнесется 4 часа. Ой-ой, нифига себе. Дон, да, конечно. А проще самолет можно взять, не? Или как? Не летает у вас? Летают, летают у нас. Если в аренду, то не проще. А, в аренду. Да, проще пешком прийти. Чуть подольше придется, ну ладно. Или на лесопед съел, поехал. Печенек взял, да? Да, взял печенек. Вася, респа, да? Ух, все, па. Ну как, ну миномет, Кирсань. Бежать, бежать, как туда. Так, не понял, что вы пробил не взял, что ли? Ничего не пришивается. Печаль, беда. А если так? Ушли все, что ли? Нет, что-то да, повыходили все. Илюха ушел. Или здесь, или куда он ушел. Просто я просто затаился. А ты, Илюх, что, на дачу ездил, да, в эти жаркие дни? Нет, я в Челябинск ездил. Челябинск? Ну, с другом. А как там Челябинск? Да ничего. Так и говори, в деревню. В деревню. В деревню, да так нет, это же город здоровый. Ну. Здоровый город, да. О, так че там, это, погостил. Да, поехал обратно. Я это, поехал на этом, знаете, такси такое собирает людей там в одном месте, в тачку кто-нибудь и катим. Оно недорого. Бла-бла-кар, что такое. Да, да, типа по номеру посмотрел, кому по пути вместе, да, поехал. Бла-бла-кар. А что такое бла-бла-кар? Так слышал? Ну, такая фигня, сервис такой в интернете есть, ты там ищешь поездки, определенный попутчика находишь, все. Да, и кто туда едет, он там просто оставляет за, ну как бы, вот, наверное, там сколько мест, сколько пассажиров, что можно, что не можно, короче, ты выбираешь, с кем ехать. Куда дешевле, чуть дороже, ну, в общем-то, приемлемо. А
некоторые бесплатно просто возят. Да, и такое бывает. То есть там что попало, да, все. То есть, я вообще обратно на гелике ехал бы. Один. О, не беру. Одного. 400 рублей. Мажорик. На гелике ты ехал. Ну да, правильно, что в Сибирь только такие ездят. За 400 рублей одного пассажира. Говорю, а что, остальные что отказались? Я говорю, больше не беру. Нет, конечно. За все гуани. На гелике за 400 рублей. Нормально, ты прокатился. Сколько там на 400 рублей? Километр в 10 на гельке расходуется. 300 вроде бы. У нас на 400. А прикинь, этот хаммер подъехал. Это ты чисто бензин заправишь, да и все. А там, блин, расход там, не знаю, на сотню. Короче, на самолете уже прилететь будет. Часто экономичные более-менее машины. Это раньше были тяжелые. Сейчас конкуренция. Сейчас, да, на электричестве, да, Тесла, кстати, летают. Не, смотри, сейчас в камере бак 70 литров. Расход, ну, 70 литров у него на 500 км хватит. А. На 500 км? Ну, спокойно, если. Ну, это я, в принципе, это просто я в YouTube сейчас смотрю видос. Кстати, да, вот там на хаммере пацан чисто, типа, 24 часа по МКАДу ездит. А-а-а. Говорит, типа, мне вот показываешь, там, могу скинуть тебе. Где, ну, он, то есть, это на повторе врубил, да, как вот этот чувак резал воду, типа, ножницами. Не-не-не, там по-настоящему. И потом сказал, вот мне счета пришли, а, конечно, поставился по-настоящему, 24 часа, ничего. Он понял, он даже в пробках не останавливался, ну, сейчас я тебе скину. Да, не скидывай, он надурил нас, я говорю, скорее всего. О, в спину меня отфигачили. Убежать хотел. Да, минку бросил, да, я думаю. Заднюю включу. Сашка догнал тебя, да? Да, стримкиллер. Дельфинист зашел. Телепорт. Давай. Сейчас Мишка нам даст прикурить тут. Ну, здесь, я думаю, он может играть с закрытыми глазами, поэтому не знаю, насколько ему здесь читы нужны вообще. Игорь, все хорошие игроки с читами играют, так что можешь. Ну, а при чем тут уровень? Его СП там больше, чем на своем аккаунте. Какая разница, какой уровень? Разница есть, кто сидит за этим уровнем, вот и все. Да. А то ведь не этот. Это нет, ну то и не этот, ну этот, ну тот не тот. Есть один какой-то там, 58-й левел. Ах, обходит меня. Не надо. Живи, Саня. Бакан, зачем взял? Я что? Опс, прилетело. Сказали же, а бакан не брать, нет? Да. Вот. Сказали, не сделали. А что такое бакан? А, это вот это оружие дуплетом стреляет, да? Да. Ромашка. Ну ты даешь. Абакан. А, блядь, так у меня 30 птичек на абакане, так что я забыл. 30 птичек, ничего себе. Настоящий обосранчик. Ребята, сейчас будет розыгрыш на 500 ГП на карте сайт. Или мы лучше в рулетке разыграем? Давайте в рулетке. На сайте лучше. В рулетке. Не, в рулетке лучше. На сайте сыграем, но розыгрыш проведем этот в рулетке. Да? Так. Давайте сначала в рулетке, а потом на сайт. Рулетка же была, надо что-то другое. Надо уже бабки сами перечислять. Ну блин, если даже на сайте будем играть, тогда я скачаю игру.
На сайте будем играть, да. На сайт пойдем сейчас. На сайте как-то турнир на деньги сделать, не как думаешь? Детку или чего сейчас? Давайте, EVX95R. Сейчас пойдем на сайт, разыграем 500 ГП в аркаде. Сань, можешь как-то на деньги сделать рулетку? Не? Ой, рулетку, ну, игру типа. Блин, я не знаю, что ты имеешь в виду. Ну смотри, допустим, вот Рома Левша запускает стрим, 5 человек от него играет, 5 человек от тебя херачится, допустим, на картах. И потом просто на команду бабки кидаются, тебе или ему, допустим, он уже отправляет деньги эти. Ну это долгая история. Долгая история. Деньги пока придут, там сутки пройдут, потом еще он должен будет... Да, если кто-то в другом городе, допустим, да, не в твоем, допустим, округе, то там комиссия будет. А что, там много комиссий? Ну сколько тогда есть? По-разному, да. Да, если в другую страну, так это вообще с паспортом нужно бежать именно. Не, ну к там все равно там, как бы люди с России, как я понял, с России. Я один раз на Казань, в Казахстан отправлял так денежку, но блин. Ну 10 евро, сколько 10 евро еще комиссия будет? Смотри, 10 человек. Евро ты кинешь, придет на сколько там на. То ли 1, то ли 10% там вычитают сразу, я не помню. 10%. Ну там же чуть-чуть, нет. Ну 9 евро придет, потом с 9 евро комиссия для снятия, чтобы на карту пришло. Потом там он еще будет отправлять, помню, не знаю, двоим-троим, и с каждого еще он должен останется. А, короче, тебе суммы надо будет еще с каждой заплатить, типа, да? Ну да, там комиссия перевода. Думал, геморрой. Не думал, еще... так, знаешь, что... Одно дело, если бы у каждого был там свой донат Алерс. Поэтому легче, да. Ага. Ну, вон зам пишет, а игра на деньги разрешена разве? А вот это не знаю, вот это, наверное, навряд ли. Это нет. Ой, скажешь, деньги понятие условно вообще. Игра на тортик. Вот, кажется, что в игре своя игровая валюта. Наверное, нет. Не знаю, Сань. Кредиты, ГПшки. Кредиты. И их эквивалент. Сейчас, кстати, я тут проверю, что. Блин, Кент, а чё вот мы сидим вот? Игра за приз. А какой приз, вы узнаете сами, да? Да, интересно. Может, там ты скажешь просто, вот, молодец, мы, ребята, выиграли, жму руку. Молодец, вот он, боец, все, я пошел, забил. Молодец, боец, своя пошла, я пошел за пивом, да. Я не знаю. Или, может, Саня какие-то призы купит и будет рассылать по России, потому что мест в Голландии это дороже будет. Мне кажется, Саня не захочет с этим заниматься. Чего ты не захочешь? Ну, сам посуди, Кент, это время нужно. Сколько времени уделять, чтобы сходить туда, сюда, да, куда-то пойти, адрес. Я свое свободное время вам пытаюсь. Лучше делайте каждый донейт Айлерс. А тут еще, блин, по городу мотаться. Да. А лучше, Кент, приезжай к нам. Сюда. Делай мне приглашение. Это точно. И я приеду к тебе. Прилечу, наверное. Проще прилететь, да? Чем приехать. Ну, проще, конечно, будет прилететь. Это, считай, так, да, блин. Итак. С таких ебеней, как Голландия. Пойдем это, сейчас на сайт. Сутки, наверное, проще не будет. А Голландия это где? Ну вот, видишь, более. Ебеня. Да я же шучу. Это маленькая точка. Не, ну почему? Ребята, берите EVX95. Как Голландия, блин, это писем. Те, кто будет убивать с других оружий. Да. Только X. О, EVX 95. Шестого сета. Штурмовая винтовка. Кредитная. Условно кредитная. Там, блин, ГПшек немало, по-моему, за неломайку. Она у меня не эта. На одну катку хватит. Хватит, должно хватить. Карта, сайт,
Так, блин. Какое же выбрать-то? XW, давайте зайдем. А кто ближе, Сань, находится к Питеру, допустим, ты или кто, Илюха? Я не знаю. Не, Рома-то понятно, он далеко. Я не знаю. Карась ближе. Ты ближе, да? Нет. Карась, он в нижнем. А, карась ближе. Угу. Где карась? Он? Карась? Нафиг к нему ехать-то, карась выйти. Нижний Новгород. Карась. В смысле? КВ-тур сделать. Фотку с каждым игроком. А я в Подмосковье, мне вообще... А, под, потом Подмосковье. Подмосковье, 80 километров. Смотрим на киллы, да, по киллам определяем победителя. Количество киллов. Ну да, смотрим расстояние, там уже кто ближе. Мне 2300 километров. 2300, ну это еще нормально. Рулетку играем, да? Ну нет, да, сделать такой чистый челлендж. Сайт. 500 кп разыгрываем. Здесь вон фарт уже, ресторан арт. Турне по России. Интересно, в принципе. Так-то что мы сидим по микрофону, блин. Никого не видел в реале, вот. Только фотографию Сани там, Илюху. Рому не видел тот. Танкиста тоже не видел. Рому, какого Рому? Откидаем. Левшу? Рома Клора Сибири, да. На, меня, так почему? Я же всем показывал себя. Не-не-не, ты что, мне точно показывал. Ну, ща покажу. С мотоциклом своим, с мопедом. А, бля, подожди, этот, на... Чувак руку сломал, который, да, на танцевке. А, все-все-все, понял, извиняюсь. Тут столько людей просто серьезно, специально. Моцики там у тебя, да, да. Кроссовый, ну, да? Скинул так, скрин, хорошо? Да. Смотри, ну, все, все вспомнил. Тебе же денежка, да, да, да. Этот промка пришла, там все нормально активировалось. Костей ее. Яички. Фига черная. Я тебе дам отставить, Дела. Что-то плохо залетает здесь, бля. О. Иви, хорошее оружие. Да, оно хорошее. Теплый. Гербачи 18. Мечам пошли. Вай, 4 кп. Ай, да, не а ничего. Ресторан на Артезате, что ли? Победа, там, один. Может, магазин где-то сзади меня тут клевали. А как у вас станет? Можно и европейской картой платить в магазинах? Или как? Снимать надо налик только? Мечать пошли, не понял. Еще раз. А как вообще платить? Можно же, да, допустим, карточкой голландской или нет? Или надо снимать наличными? Это где платить? У нас в России. Ну, допустим, в магазине, да, вот захожу к вам, хочу карточкой расплатиться, вот это, знаешь, как, ну, пин сделать, ну, типа, это, переложить карту. Можно я по этому поводу не могу проконсультировать, потому что, блин, не сталкиваюсь с этим. Навряд ли, да, оно же не переведет так в эти, в рубли. Прикинь, оно снимет место 300 рублей, 300 евро. Купил, блядь. До свидания. Да, 300 рублей, 300 евро. Танкиста. Молодец, блядь. Спасибо за проведенное время. Пельмени. Тебе, Ромашка, тоже спасибо. Че, пошел? Я, короче, спать пошел. Давай, спокойной ночи. Давай, спокойной ночи. Пока. Пока. Залетающий. Кент, нет, кстати, ты картой сможешь расплатиться и евро, и долларами сможешь расплатиться. А, ну просто будет переводиться автоматически в рубли, типа, да? Да, но они пробивают как... Комиссия дополнительная?
Ну не как 40 рублей, 40 евро, нет? Так не продевает. Ко мне немец приезжал, он платил своей картой, ну немецкой, я не знаю, там какого на банк, еще чего-то, но типа он вроде доллары мог, да, платить. Ну он просто карту приложил там или... Да. К тебе Герман приезжал, да? Что? Герман приезжал к тебе. Какой Герман? Голд-самурай. Голд-самурай. Навещал тебя, да? А он не знает, наверное, кто это такой, а, да? Он, не, он молчит, видишь, значит, Герман приезжал. Донат привозил, понятно. Герман. Значит, были лимоны уже, было все, понятно. Тебе не впервой, Ник. Да, ты думаешь, что я так быстро согласился? А я думаю, что он так ведется на это? Да, там, наверное, да, и бухал уже за эти бабки, да, понятно все. Сколько КСП, Сань, спрашивает? 330 где-то. 330. Около того. Ну тут какие, Сань, ходовые вот эти классы? Вот этот разрушитель, да, и штурмовик. Ну? В игре. Штурмовик? Штурмовик, ну, самый прикольный, там, штурмовик, мне, да, не нравится чем то, что, блин, здоровья надолго не хватает. Ну, плюс это возможность играть с теплаком. Там, блин, быстрее противников, видишь, замечаешь. Ну, там обзор, типа, да, меньше, как мне вот этот, как Five Skill мне объяснял, что, типа, обзор меньше с теплаком, нет? Да все это бред. Так, обзор, насчет обзора, это... Так, умение клоновое, там, блин. Не, ну он говорил, включаешь типа теплак и меньше обзор становится из-за него или как? Обзор, да, меньше. А, ну вот. Там вот, плюс еще по дальности тоже подсветка идет не полностью, уже все карты. Грубо говоря, там 40 метров засветка есть нормальная, дальше уже на убывание идет. Да. Ну, там потихоньку как-то. Если прищуриться, если там, блин, контрастность монитора сделать поярче, тогда будет видно все хорошо. Ага, так. Порезали, короче, это. О, блин. Убирай читы. 90 СП, ну, бывает. Бывает 90, бывает 130. Правильно? Все поливали вроде. Зачем так много СП? Ну, блин, когда ты разрушитель, то тебе всегда чего-то не хватает, да? Хочется больше, да? Фига, они еще сонары кидают. Это наш? А сонар. А наш? А, личка кинул. Так меня видно, так меня не видно. Блин. Он достанет туда, сколько тут будет. Прицельная дальность оружия. Никитос вышел, что ли? Куда? Да, похоже. По сайту вроде пошел. Так, насчет... Так, сколько максимум птичек можно набить на оружие? А, не, вот здесь Никитос. Здесь. Так, да. Да, вышел. Я, парни, уезжаю. Сейчас проверим, ребят, после катки я посмотрим. Куда ты, Илюх? Да не, надо сгонять по делам, если успею, то есть как поучаствует. Опять на Боблокар. Да можешь завтра поедешь. На гелике. Опять разборки иду. Ну сейчас, гелике. Да мне туда обратно сгонять. Сейчас. Смотри, аккуратно. Береги себя, братишка. Хорошо. То в России давай. Там жестко у вас, блядь. Пока, Илюха. Пиздят ни за что, блядь. Гопают гопники, блядь. С утра до вечера. Здесь кому-то ебанешь нос в Голландии, сразу 50 тысяч попало, блядь. 50 тысяч евро должен быть.
А в России похуй, у нас в Эстонии такая же хуйня. Если на тебя заявят, тебе, блядь, нормально придется отвечать. А тоже, да, срок, да, у вас в России считается? Да жестко все. То есть есть свои законы, да? Ну как бы, ну про эти, если ты нарушаешь закон... Насчет 50 тысяч евро у нас в России что-то сильно сомневаюсь. Тысячи евро нет, да. Не, ну как, если ты там травмы какие-то нанес, ты будешь там еще, может, всю жизнь платить. Ну, ясно, пень, если чело там этот довел до какой-то степени инвалидности. Если что-то сломал. А это же считается, да, допустим, если что-то сломано, челюсть или как инвалидность, да, или нет? Вот если, допустим, челюсть сломали, ты никак не отпетляешь, тебе по-любому с ментами встретиться придется, в любом случае. И от тебя вытянут, кто это сделал. А, то есть его, это его уже легко так, да? Его найдут и привлекут, еще и посадить могут. Ну, скорее всего, посадят. Ага, то есть, ну, как серьезное нарушение, да, считаю. Конечно. Я тоже, как Люк приехал в Голландию, тоже сказали, типа, нос и челюсть, там, не дай бог, знаешь, или на кого-то сам первый напал, все, блин, прикинь, так жестко здесь. То есть, не дай боже, блин. Ну и прикинь, если там на тебя кто-то налетел, ты как бы типа не можешь ничего сделать, то есть пока полиция не прибудет. Там. Вот тебя может метелить, а ты нихуя. Только оттолкнуть там. Метелит, а ты такой этот набираешь номер, да? Погоди. Смысл играть, наверное. Уже понятно, кто выиграл. Да. Ну какой-нибудь этот. Что, нормально играю, нет? Да вообще кайф. Про Голландец нападет. Я обалдею. Бегаю, просто умираю. Ну когда мало народу, сонар не работает, так проще, конечно, с теплоком бегать. Победил. На. Фига, он 44 кило набил, да? Блин. А в то сань здание горящее, что там попало? Стоит 150 миллиметров, да? Да. Здание, там горит, мне кажется, там бытовой газ, что? Или упал бытовой газ, да? Да. Ну все. А я тоже рассматривал в прицел, так и не понял, что-то там полыхает, труба как. Газовик пришел, там еще смайлик поставил. А. Типа лол, да, что за прикол? Сами виноваты. Да. Гелевый шарик надул там. Гелевый шарик. Может выходим? Смысла уже дальше нет. Ты хочешь этот ресторан тогда кинуть? Ресторан, давай поиграем. А чё? Уже выиграл, тут смысла нет. Ну, у него 19 килл, чё ты? Да не, давай камбэк, он тупо их из респы не выпустил. Он только недавно это. Ладно, короче, розыгрыш не зашёл, да, у нас? Почему не зашёл? Выиграл рекаунт. Хуярю, бегаю. Да куда там тебе уже КП, по-моему? Ну чё, читай, покупать даже. Так, ресторан у нас в Дискорде есть, да? Тут я тут. Ресторан. Ага, вижу. Ну хорошо, играешь, молодец. Чё хотел сказать. Мне на Лесе побольше понравилось. Игорёк, прости. А мне больше на Эвоке понравилось. Там хоть поживее как-то. Корсар, здорово. Здорово. Опа. Ресторан, лови презент. Ресторан или ресторан? Как? А, даже так. Я думал, хавчик заказать. Нормально. А сколько стоит, да? Привезти ко мне в Голландию. Так, смотрел, что... Сань, прикинь, икра, блядь, стоит 50 грамм 40 евро, это вообще нормально, блядь, черная икра, блядь. Это у вас там, да? Да, я думал, ну, смотрю, маленькая баночка, сейчас куплю на бутик, чего, 50 грамм 40 евро, ну, что, сдурели, блядь. Это в России так же, или как? Ребята, нормальная тема?
это, блядь, как не лосось, ну вот это черная икра, осетринная. Чем дальше от точки вылова, грубо говоря, там прям тем оно дороже. Ну куда, Сань, 50 на Дальнем грамм. Востоке, знаешь, 50 грамм сколько это? На Дальнем Востоке, по-моему, блин, огурцы, помидоры дороже, чем там, да, я смотрел, кабала, да, там икра красная или еще. Поэтому от этого зависит, от региона. Где-то чего-то выращивают, где-то чего-то ловят. Так, онлайн небольшой, я так понимаю. К сожалению, смысла, 9 человек. Смысла разыгрывать там коды, наверное, нет. Я Last Game на Эвок еще раз схожу. Да никому же эти 500 гп не нужны. Да, зажрались все, да? Нужны. Так, два ай, по-моему. Илюхи тоже там, блядь, свои. На Эвок там еще может одно мелочь место освободится. Всем СП подавай. О, да. Барон Самиди. За Саню зайду. Саня, можно как-то сделать вот этот код на СП или нет? Они не дадут, да? Разработчики могут все. А можешь спросить, сколько код на СП стоит, на 5, допустим? Они не продаются. Они не продают, так никак кодом типа не сделать. Сделать могут только для какого-нибудь розыгрыша большого, там еще чего-нибудь. Но на продаже таких вещей нет. А могут делать? Нет, не делают они. На продаже ничего такого нет. А, такого нет. Ага, нет, не покупайся. Понятно. Это печально. Промки не продают. Можно. На СП нельзя. У меня вот зам написал. Промки не продают. Понятно. Просто знаешь, и игроки есть нуждающиеся. Сам понимаешь. Че, где они? Не вижу нифига. Это руха. Лес. Может. Да получается, сами, если сами разработчики, когда захотят так. Да? Ясно. Да. Раньше так 13 сколько покупали. Спроси Игоря, Саня. Да. Пусть сделают партейку и строят какой-нибудь ивент или ивент. С ними это же не проблема. Да как бы мысли были в том плане, то что замутить чего-то, да, но по сути вот по прошествию, допустим, тех же видеороликов, там еще чего-то, супер-пупер, ей большой активности нет. Нет конкуренции и... Ну блин, нет азарта, нет конкуренции, ничего сказать. Если бы игра стоила свеч, скажем так, именно я что называю игрой, а события, где можно раздать вот СПшки вот эти, да, в виде промокодов, то это сделать могут. Ну, блин. Сейчас, как бы, блин, все сводится к тому, что как проводится какой-то турнир, либо клан-гонка. Ну это обычно, так, да. Все обыденность. Я не знаю. Нету разработчики, я думаю, могут сделать все, вплоть до промок на уникальные камуфляжи, на стволы, на персонажей и на все, что. Ну да, вот у этого меняется такого, в игре. Станума, да, Саня, вот этот хамелеон, есть еще какие-то, мне вот скидывал. Чувак, эти скрины, а как они, за что это, за какую-то гонку или за что?
это лишние вот эти камуфляжи. Ну это за особые какие-то заслуги, за какие-то особые заслуги. Какие-то заслуги, да? Да. Mm-hmm. Просто так это не дается. Не выпадается и не покупается, не выкручивается. Заслуги, да. Ну, у Shadow уже много таких уникальных. Вот, поэтому... видел, да, вот эти переливающиеся, которые я тоже сам удивился, ни хрена себе. Ну они уникальные, но что-то мне кажется, они не шибко красивые какие-то. Не, почему, сам прикольный. В игре, я думаю, вообще офигенно. Мне не шибко понравилось. А какие у них типа заслуги, что по почему поэтому? Я не знаю. По скиллу или вот по идее, то что крошки там. Не могу сказать. Неизвестно, да. Раньше всякие конкурсы проводили. Турнир, наверное, конкурсы за что-то такое. Раздавали их. А раньше было давно на когда. Да. Тот же вот видосик надо сделать, то все. Там вот эти вот давали. Ага, там смонтировать там все, это музыку поставить, да. Вот. Да, да, видите, да, такой мувик. Фраг-мувик. Фраг. А фраг-мувик сделать. А, понятно. Так, я все заканчиваю играть. Да, ты, Сань. Спать. Так. Бросаешь игру? Нет, ну, на сегодня. Сейчас последняя рулетка. Бросай данные в личку, Сань. Короче, знаешь, куда надо. Рулеточку проведем крайне на сегодня. Если время заканчивается, Саша идет спать. Карась, почему ты не спишь еще? Карась, что не спишь? А где Карась? Что-то я не вижу здесь. В чате? Youngstown какой? А, в этом. На Ютубе? Да, на Ютубе. Также, наверное, на убывание дело. Белорусочка. Спасибо, что смотришь стрим. У тебя интересные видосы. Так, все у нас, да? Желающих больше нет. Ничего, ну все, твинки пошли у нас. Кен, ты участвовать не будешь? Ли? Да, давай поставь. Я запиваюсь к нему. Тебя добавить? Добавляй. Посмотрим, че как. Кому ему пожертвую код. Кому он больше нужен. Да, на убывание сейчас будет. Поехали. Давай, здоровье. Да, тебе тоже. Youngstown, спать. Здоровья. Давай, иди спать. Youngstown первым отправили спать. Кроме ночи. Да, кто написал про спать, то вы... Мистер Зам вторым пошел. Короче, интересная тема. Это всем пожелания там. Спокойной ночи, так. Всех отправляешь. По очереди, да? А, спать косы, Мейсон. Как с самолета первый пошел. Как там у вас, Игорек, ВДВ делали, да? Первый пошел. Мистер Зам, понимаю. Лень, двигатель прогресса, да?
дерзко спать. О, Кен пошел. Мейсон, нет, высвечивается вот здесь вот. Квадратики. Ник. Да, все понятно. Белорусочка, давай, спокойной ночи. Близко, близко, близко. Ну здесь просто высвечивается, когда вот бывает действительно прямо чуть ли не ровно на линии. Ладно, смотри сюда. Кем тебе все тоже... До свидания. Нет. Где мой донат? Где пробил? Стою. Домой, да, пора домой. Кстати, Карасик, вообще классно твою песню Растаманскую мне забацал так. Вот это да, блядь. Это была песенка, блядь. Тащи, да, так, Youngstown, смотри, если ты сейчас зайдешь в Discord и споешь песню «Спокойной ночи, малыши». Да не надо ничего петь, что, не. Не надо, да? Блин. Не, ну он какую-то растаманскую мне спел, офигенная тема была. Так, Рома Пичун, у нас остался Даня и Андута. Это Ристарнард. Ну, я того же мнения. Спя, вот, вот Бер поет. Книжки спят. Ристарнард вылетает. А оно не идет больше по российскому телевидению, нет? Идет. Идет еще, да, ну, есть? Да, вроде бы. Найс. Ну, я, блин, телек вообще не смотрю. Я еще помню в Эстонии, когда, блин, жил, еще был, я сейчас... Рома Пичун побеждает. О, блин, Ромка у нас... Идет, ага. Чуть ли не каждый официальный стрим выигрывал по репостам. Чун, так, заходи в Дискорд. Чё будет, если я спою? Это вот Саня предложил. Чё будет, если я спою? Ну, блин, у меня одна промка только осталась, насколько я не знаю. Не, ну, 500 ГП тебя не устроит, я думаю. 500 ГП мало. Насколько? Насколько? Смотри, он еще торгуется эти. Да. Бизнесмен такой, а? Так, Рома Пичун зашел, не зашел у нас? Нет. Зашел. А? Привет. Где у нас Рома Пичун? Вот, Рафару написал. TX. Дискорде написал, да? Сейчас. Рафару. Ага. Как-то интересно ты произнес это. Так. Дави промку на 500 ГП. Че, не будет у нас, да? Музыкальный этот, как его? Да нет, нафига. Концовки, ладно. Ребята, всем пока, до новых встреч, спокойной ночи. Я заканчиваю стрим. Давай, Сай. Без похода. Давайте, до связи. Давай, до связи. Спасибо за стрим.